Ну, все подряд надо и не надо, да? Да, ну, площадь позволяла, большая она. Эта керамика очень... Осетра? Она очень старая. Керамика, боюсь, она... не наша тема, в принципе. Совсем не важна. Керамика вообще не видна. Но она косовская, она очень старая. Я когда-то про нее разговаривала. Я же не знаю насчет керамики. Ну, смотрите, сейчас если, посмотрим, да, что-то не нужно или там... Ножек не осталось? 500. Обсуждали, у нас есть аналогичные, как-то они не уходят, продавать их тоже тяжело, и вещи такие не шибко продаваемые. Ну да, такая заграничная. То, что для современного, да, получается? Ну, куда-то ходили, маскарад какой-нибудь. Не знаю. Вышивка. Да, тоже? Глянем более подробно. Советский плафон под лампу. Но целенький. Мы его купили в куче за 500 рублей. В коробке микроскоп. Это советский микроскоп. Полный комплект. Называется он МБИ-4. Вот его. И в такой коробочке тоже какой-то столик с микроскопами, с окулярами. Купили мы это все за 1000 рублей. Это все лежало мертвым грузом, никто этим не пользовался. И мы с удовольствием купили. Замечательная вазочка Клуазоны или Клуазоне. Купили мы ее за 800 рублей. Сначала хотели 2000 за нее, но под конец согласились за 800 до кучи за опт. Старинная шкатулка, может быть даже дореволюционная. С изображением лица, какие-то крылья, веревка. Купили мы ее за 500 рублей. Сюда вот что-то кладется вовнутрь. Ну, очень красивая, прикольная. Номер 21. Фарфоровая шкатулка вербилки. Купили за 500 рублей. Она без колов, без трещин. Начало 20 века. А вон, блин, трещинка по краю. А! Не поколоть бы. Нет, какой-то номер. Написано 1369К. Шведская игрушка. Она сказала, что это 70-е года. Написано Плуто. Жалко, сломана лапа. Надо будет просто приклеить ее. Купили мы ее за 200 рублей. Эту штуковину мы все крутили-крутили, вертели. Какая-то такая под бамбук сделана. Но не бамбук. Здесь такая вот непонятная крышка. Никто ничего не понял, но в итоге почему-то мы ее купили за 1000 рублей. Может, вы подскажете, что это такое? Старинная ваза. Крокелюр. Какой-то фаянс. Крышки нету. Здесь изображены вот такие вот мужчины с рогами. Не знаем, что это такое. Под свой страх и риск купили мы ее за 3000 рублей. Трещина идет. Может, вы подскажете, что это за фарфор или фаянс, какой завод делал. Часики пластмассовые с кукушкой. Купили мы их в куче за 500 рублей. Очень частые часы на рынке продают по 1,5-2. Полный комплект. Такой декоративный поднос в виде листика и какой-то женщины, играющей на домре, лягушка. Купили за 500 рублей. Какая-то сувенирная продукция, но приятная. Ну, это года, наверное, 60-е. Церковная утварь. Это от лампадок. Такая вот, которая встыкается под икону. Сюда вставляется лампадка и зажигается свечка. Ну, вот это вот интересная, она стеклянная, красивая. Жалко, не хватает еще верхушечки такой, чтобы она вот так качалась. Все вот это мы купили за 1000 рублей. Национальная обувь японцев или китайцев. Сюда вставлялся палец ноги и веревкой завязывалась. Вот веревок нету. Это года, наверное, 70-е. Купили мы за 200 рублей. Здесь такого ничего необычного. Это сувенир какой-то, кусок камня.
Это от письменного набора промокашка. Мы ее купили за 200 рублей. Это какой-то кусок сталактита. Ленинград. Стереоскоп. Икона современная. Это все куплено за символические деньги. Какие-то по 50, какие-то по 100. Вот эта рамка прикольная, старенькая, за 200 рублей. Вот эти штуки, это брать какие-то пробы у деревьев. Не знаю, зачем мы их купили, но мы их купили. Вот это вообще непонятная вещь. Может, кто подскажет, написано Катюш... Капюшон. А, это капюшон. Прикольно. Вот такой капюшон, его можно пристегнуть и в дождь идти спокойно. Крест католический, но он пластиковый. Такие вот штуки, какие-то фрагменты от какой-то непонятно от чего. Купили по 100 рублей. Мефистофель весь сломанный, переломанный, без рук, без ног. Тоже за 100 рублей. Шапочка такая вот. Это вот шестиконечная звезда. Семи. Тоже вот такая вот. И какие-то, какой-то магнитофон, благовония. Стопочки. Стопочки интересные. Может, даже старенькие. Вот стопочки за все мы купили 200 рублей. Еврейский подсвечник. Купили за 100 рублей. Такая вот какая-то закладка для книги, похоже. Написанный Иерусалим. Вот такая интересная набор. Как бы щетка. С таким листком, совочком. Это все мы купили за 500 рублей. Такая сбрасывать пыль. И такая вот совочек интересный такой. Оригинальный. Какие-то непонятные плоды каких-то деревьев. Все их мы купили по 50 рублей. Часы. Часы, ну просто вот, грубо говоря, можно сказать, на золото. Здесь покрытие микрона. Купили за 100 рублей. И такой кусочек камня, подставочка. Тоже за 100 рублей. Игра «Вокруг света». Географическое лото. Это в куче. Ну, грубо говоря, 50 рублей. Обалденный осетр. Такая вот рыбина. Либо бронзовая, либо латунная. Купили за 2000 рублей. Плавники. Вообще прикольно. Старенький рушник, такая вот вышивка красивая, он достался нам за 300 рублей. Какие-то инициалы. Такие смешные часы с собачкой. Каким-то образом захватили Ветерок 3 пылесос. А, альбомчик такой под фотографии. В целом чистенький, хорошенький, за 50 рублей. На барахолке покупают их по 300, по 500. Тарелочка из Парижа. И такая вот какая-то для маскарада. Ну, это современная. Такой на голову головной убор. Вот такая вот оформленная подборка открыток. Здесь и стиль ню. И какие-то вот такие вот. Собрали 9 штук, поместили в рамочку. Смотрится красиво. Купили мы это за 1000 рублей. Обалдеть. Деревянная линейка. Написано «Вятка. Мастерская учебных пособий». Ну, прикольная такая, за 200 рублей. Надежная. И кучка пластинок. За эту кучку мы заплатили 1000 рублей. Здесь Андреана Челентано, Бах, Битлз, «Синяя птица». Элвис Пресли, Бон Джови, Радио Африка, Элтон Джон. Какие-то были прикольные. Абба, Алиса, Пинк Флойд, вот он. Пол Маккартни. Светильник, голова щуки. Там просто лампочку приделали. Купили за 1000 рублей. И еще я купил вот такой вот фрак. Плохо видно на черном фоне. И штанишки такие. Жалко, нету цилиндра. Было бы очень эффектно. Купил я это все за 500 рублей. Такие штаны. И замечательный фрак. Жалко, маловат.
каким-то образом набежала на 21 тысячу рублей. Каждый раз, когда я распаковываю и расставляю эти предметы, я думаю, где эти деньги, и меня это немножко пугает. А так, если вам понравилось видео, поставьте лайк, дизлайк, напишите комментарий. До новых встреч. Спасибо за просмотр.